Форвард Вулкана 27,5. То есть у нас тут идут 27 колеса. Моторчик какой-то слабенький. Сколько здесь? Ватт 500, наверное, да? Ватт 500. Внутри моторчика на магнитах облезает уже покрытие. Фольга. Разбирали мотор, все покрывали лаком. Такие вот огромные гаечки. С этой стороны сделали усилитель дропаута. Вот такая вот штука мощная, чтобы держала от проворота ось. Потому что само посадочное место тонкое. Производитель изначально не делает никаких усилителей дропаутов. Звездочка китайская. Все самое дешевое. Впереди одна звезда. В общем, такой простенький вариант. Такие огромные дыры. То есть дождик будет кататься, все туда внутрь потечет. Все заржавеет. Все настроили, все отрегулировали, все работает. Такая достаточно мощная вилка. Правда, очень сильно люфтит она в ногах. Передняя втулочка на шарах. То есть я не знаю, сколько стоит этот велосипед. Я думаю, что тысяч, наверное, 50-60 он стоит. Но качество изготовления, конечно, не очень. То есть смотрится симпатично, но проблем здесь очень много. Все это дорабатывали, собирали, переделали. В общем, мастер 2 дня сидел, чтобы просто этот велосипед собрать и привести в порядок так, чтобы он не сломался в каком-то обозримом будущем. Так что думайте, что вам покупать, готовый велик или вот купить за 10 тысяч такой же форвард и просто на него поставить мотор. Мне кажется, это выйдет дешевле, наверное. И будет более надежно.